рванет. Берегись. Я могу буйвола за 100 метров снять одним выстрелом. Этот парень не какой-то сраный бизон. Он не будет сидеть на месте, ожидая, когда ему развалит башку. Уже здесь! Боже, да ты что, ковыляешься, будто хера стреляли? Говячим нахуй, больно! لا
Лоха, с кем они дерутся, черт побери? Не могу сказать. Черт, пошли, пошли! Если бы я умру в этой дыре, дерьмо. Не нужно было брать трубку. Не нужно было садиться на самолет и вообще нахрен связаться. Нет, никогда. А, черт! Черт подери, я шевельнуться не могу. Hoor jy my? Skoort en bly weg. Thank you.
этого. Черт подери. Я шевельнуться не могу. Ему досталось. Санитар, давай кишки Вот так. Почти готово. Дай-ка мне портфель. Все здесь, отлично. Пригодятся. СНС и фронт все еще гоняются за гражданскими. Думают, сумеют всех перебить или затащить обратно. Теперь будут умирать только виновные. Я заложил динамит вон там, у выступа скалы. Детонационный шнур применить не получится. Один из нас должен будет подняться туда и подрубить взрыватели по аккумулятору. Обвал перегородит дорогу и не даст солдатам догнать беженцев. Ну и убьет беднягу, который его вызовет. То есть тебя или меня. Второй отвезет эти алмазы на границу, подкупит охрану, так что проблем с проходом не будет. Гражданские сегодня соберутся в лагерях до последнего засранца. Когда сделка будет завершена, этот человек, ты или я, прострелит себе голову. Я бы сделал все сам, вот только времени нет. Лучший вариант действий — продумать все сначала до конца. Каждая раковая клетка должна быть уничтожена, включая тебя и меня. И если не доведем дело до конца, все пойдет прахом. Фарс начнется сначала, как всегда. Так что выбираешь, алмазы или динамит? Решать тебе.